планчику до себе підготувати в плані здоров'я, прослідкувати, здати аналізи крові, гостину, які там параметри в крові треба звертати увагу, якщо я маю роздруковку, до кого лікаря звертатися, і як знати, чи я готовий її парити, чи я все-таки в мене якісь порушення здоров'я. Серце заміряти, так? Бо я не перевіряюсь, бо я фактично здоровий, хіба що десь чую, тяне на ножка десь там вена чуть-чуть. То вже якийсь сигнал, що щось вена. Ну вот то, что тянут внутренние. То, что тянут вены, варикоз, это не просто вены расширены. Mm-hmm. Это густая кровь, растягивает вену, густая кровь не может отойти. Mm-hmm. Поэтому просто вопрос в чем? Сердце находится вот здесь, так. Вниз идет кровь под давлением, которое меряется в миллиметрах ртутного столба, mm-hmm. а возвращается в миллиметры водного столба. То есть туда 120, условно, если нормальное давление, 120 ртутного, mm-hmm. а обратно 200 водного. 200 вода тяжелее, ртуть тяжелее воды в 13 там, с чем-то раз. То есть обратно отток идет под давлением там, 5-7 миллиметров ртутного столба. Угу. Очень низкое, где-то так, 5-7. Вот. То есть практически ничего. 120 и 5-7. Угу. Больше того, когда человек находится в вертикальном положении, еще земное притяжение тянет, держит эту воду. То есть давление, то есть реально вернуться крови еще тяжелее. Если кровь густая, она растягивает сосуды. И появляются проблемы. И в принципе у банщика индикатор, да. Если пошли проблемы с венами, значит нужно смотреть в кровь. А кровь что нужно смотреть? Протромбиновый индекс. Он должен быть оптимально там 70-80. Не выше. Если выше, кровь густая. Нужно смотреть гемоглобин. Он для банщика должен быть 130-140. Не выше. Если 140 и выше, кровь густая. Нужно смотреть содержание эритроцитов. Их должно быть около 5 миллионов. Чем выше, чем больше количество эритроцитов, тем больше, более густая кровь. Вот. То есть вот эти вот моменты, они такие вот очень, в принципе, простые и доступные. Сердце проверить, не кардиограмму нужно сделать. Нужно сделать совершенно иное. Есть велоэргометрия. То есть человек садится на велосипед, ему ставят датчики, снимают кардиограмму, измеряют артериальное давление и частоту пульса. И вы выполняете последовательно 4 нагрузки, там 25, 50, 75 и 100% от той нагрузки, которую вы должны выкрутить по своему возрасту, по своему росту. Подвес, по-моему, там не считается, рост и возраст. И вот здесь вопрос, сколько нагрузок вы выполните, это первое. И второе, как быстро вы восстановитесь после нагрузок. Оптимально у вас исходные цифры пульса и давления, исходные, должны вернуться в исходное состояние через 3, максимум 5 минут после окончания выполнения нагрузки 100%. Вот если у вас это происходит, если вы выкрутили 100% нагрузки, покрутили все 4 уровня по 3 минуты и восстановились в течение 5 минут, вы здоровы. Если у вас там возникают вопросы, вопрос, что сердечная мышца уже, она в полном объеме не работает. То есть это самый простой тест, причем тест. Потому что есть безболевые варианты ишемии. У меня так один в Чехии работал.